Хотел стать тренером, а в итоге предстал перед судом. Брещанин Артур, судя по всему, и не предполагал, каким наказанием может обернуться для него такая вольность. Молодой человек долгое время играл в хоккей, планировал связать свою судьбу с наставнической карьерой, даже поступил для этого в вуз. Когда осенью 2016-го юноше поступило предложение поработать тренером в одной из украинских команд, он согласился и довольно быстро покинул страну. Однако за несколько недель до этого Артур прошел медкомиссию в военкомате и 22 сентября должен был явиться для того, чтобы исполнить воинский долг. Но молодого человека так и не дождались. Дело было возбуждено в связи с тем, что вот молодой человек уклонился от явки в военкомат. После прохождения медицинской комиссии его признали годным к воинской службе, и он должен был явиться по повестке. Ему вручили повестку о явке, в частности, на 22 сентября 2016 года. Вот. Он из материалов дела, и здесь в судебном заседании, он пояснил, что да, знал. Однако перед этим, буквально за два дня, он просто взял и уехал на территорию Украины. Заседание в этот раз было открытым. На него правоохранители пригласили школьников, тех, кто уже совсем скоро придет служить в подразделение Министерства обороны. Для них эта ситуация станет хорошим уроком на будущее. Сегодня тема уклонистов от службы звучит не так активно, как еще несколько лет назад. Многие молодые люди целенаправленно отправляются в армию, выбирают для себя определенные войска. Юношам важно понимать и осознавать, служба в армии – обязанность, закрепленная законодательством. Я сделал вывод, что молодой человек до конца не осознавал вот эту обязанность выполнить свой, будем говорить так, долг, и что есть за это достаточно суровая уголовная ответственность. Санкция предусматривает, конечно, от штрафа до лишения свободы. Сегодня, находясь на скамье подсудимых, молодой человек признал свою вину, не отрицая, что поступил противозаконно. Суд вынес ему окончательный вердикт, учитывая положительные характеристики с предыдущих мест работы и ЖЭСа, отсутствие судимостей. Признать виновным в уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу, то есть совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 435 УК Республики Беларусь. Назначить на основании части 1 статьи 435 УК Республики Беларусь с применением части 3 статьи 49 УК Республики Беларусь наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин в сумме 1225 рублей и общественных работ в размере 100 часов. Анастасия Назрин, Плотницкая, Андрей Щербантун, Луговкин, телекомпания БукТВ.